Вот если появится Шил, если появится синий чувак, считайте, пизда наступила. Никогда там ядерный взрыв, блядь, или там война, войну кто-то объявит, или там потоп будет, блядь, метеорит упадет. Это еще не пизда, еще можно выжить. А вот если появится синий мужик огромный, все, пизда. Это Шило пришел, потому что он терпеть уже не может эту хуйню. Вот представьте, все ваши, вся эта жизнь ваша с ее неудачами, с ее говном, когда вы говорите, жизнь говно, блядь, это все. Представьте, все это знамение Шивы. Он пытается вас последний, может быть, раз, может быть, в этот раз, когда вы говорите говно жизнь, он в последний раз предупреждает вас, посылая вам этот знак. Посылаю вам это знамение о том, что еще раз он пытается намекнуть вам на что-то, что вы проебываете, называя это говном. Вот от этого я и считаю, что выражение «смотреть фигу» и «видеть книгу», «видеть знамение», «видеть нечто очень важное, что может изменить вашу жизнь, сделать ее абсолютно волшебной», вот это и, мне кажется, самое-самое прикольное, самое охуительное, что можно иметь в себе как инструмент восприятия этой реальности, как инструмент жизни, да? Как жить, вы говорите, а как жить счастливо, а как вот мне вот избавиться от того, чтобы все время не ссориться со своей бабой, как мне там, не, чтобы вот не все время не высовывать свое эго, чтобы не портить все, как сделать так, чтобы, ну, и так далее, много-много всяких вопросов. Вот осознавайте, что все, что вам не нравится в этой жизни, что все вот то, что как бы вам мешает, и вы хотели бы от этого избавиться, это и есть знамение Шивы. Его попытка докричаться до вас, достучаться, показать, чтобы вы увидели в этом не хуй собачий, блядь, а волшебство, какое-то чудо. Потому что оно так и есть. Как, ну, есть много всяких басен и таких баек буддийских и всяких, где одна из которых вот, где слепые ощупывают слона, и один говорит, это стена, другой говорит, это копье там, когда клыки, другой говорит, это же шланг какой-то, хуй, вот. Или человек, который смотрит в упор на слона, говорит, это стена, отойти бы, ну, ну, если он, чтобы в упор смотреть на дом, да, и иметь об этом мнение, красивый дом или нет. Так же и мы смотрим на эту жизнь, зачастую, вот, если нам что-то не нравится, мы смотрим на что-то настолько в упор, что просто не видим, что видим просто фигу. Вот. Хуй собачий. Имейте в виду, Шива... Возможно, когда вы сейчас что-то обсираете, предупреждает вас последний раз. И дальше он появится. Бежать будет некуда, блядь.